Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Правительство Тувы расширило перечень населенных пунктов, где предприниматели могут не применять в обязательном порядке новые контрольно-кассовые аппараты, передающие в онлайн-режиме электронные копии чеков в налоговую службу. Если ранее в этот перечень входило 41 поселение, то теперь их количество увеличилось до 141. Обязательным переход на онлайн-кассы, который должен завершиться по всей России до 1 июля 2018 года, останется только для предпринимателей, работающих на территории города Кызыла, городов Ак-Довурак и Шаганар, а также поселка городского типа Кахи, сообщается на официальном сайте правительства республики. Как пояснили в Министерстве экономики Тувы, подготовившим соответствующее решение правительства, эта мера принята в интересах сельских предпринимателей, для которых переход на онлайн-кассы создает ряд новых трудностей и лишних затрат. Среди них необходимость заключения договоров с оператором фискальных данных, покупка контрольно-кассовой техники с функциями онлайн-кассы, подключение к интернету, ежемесячные платежи за связь, обслуживание и так далее. Учитывая невысокий оборот торговли в сельской местности, не превышающий в среднем 30-50 тысяч рублей в месяц, избавление от дополнительных затрат станет ощутимым подспорьем сельским предпринимателям, считают в министерстве. Массовые обращения жителей домов на детском мире городским властям с просьбой остановить беспредел у 40-го магазина были частично выполнены. В 4 киосках, по сообщениям граждан, круглосуточно велась продажа спиртных напитков. После двухлетних судебных разбирательств по 2 из 4 торговых павильонов суд принял положительное решение по иску мэрии. Торговый объект, на котором значилась вывеска «Шаурма», был снесен еще осенью этого года. Сегодня подошла очередь соседнего киоска, также признанного по решению суда самовольной постройкой. Судебные приставы Кызыла сначала добивались от индивидуального предпринимателя добровольного исполнения решения суда, но все требования служителей закона были проигнорированы. В итоге им пришлось оштрафовать ответчика на 5000 рублей за неисполнение в принудительном порядке, освободить помещение, затем обесточить и снести. Пока расходы по привлечению спецтехники и вывозу после сноса мусора будут нести городские власти. Далее эти расходы будут оплачивать сами предприниматели. В настоящий момент на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов города Кызыла по реализации особо важных исполнительных производств на принудительный снос самовольно возведенных объектов порядка 30 исполнительных производств возбудили. И один из них сегодняшний киоск, который мы благополучно снесли. Все расходы, которые были произведены по сносу и расчистке мусора после сноса, будут взыскиваться впоследствии с индивидуального предпринимателя. А также служба судебных приставов призывает во избежание расходов на оплату исполнительского сбора, так называемого штрафа судебного пристава исполнителя, и расходов, связанных со сносами, самостоятельно демонтировать самовольно возведенные объекты. Анна Горбунова – мать 3 детей. Она уже на протяжении нескольких лет занимается рукоделием. А все началось с обычной лепки. Тогда Анна узнала, что занятия пластилином укрепляют мелкую моторику ребенка. Лепка была такая хаотичная, то есть по настроению. И вынуждена была глубоко проникнуться этой темой за счет того, что мне нужно было развить ребенка среднего, подготовить его к школе. И в начальных классах тоже были очень большие проблемы с письмом. Поэтому эту проблему мы еще до сих пор решаем. И я решила, что если мы будем лепить, разрабатывать моторику дополнительно, то, в общем-то, у нас многое, ну, как бы будет достигнуто, плюсом пойдет нам. Меня это увлекло. Я стала разрабатывать какие-то новые сюжеты. Будучи человеком творческим, Анна продолжает лепить, но уже вместе с детьми. Самое главное в этом деле, по ее мнению, полет фантазии. Так ребенок может мечтать и сотворить своими руками задуманное. Кроме того, совместные занятия с детьми укрепляют дружескую связь между мамой и ребенком. В творческом процессе малыш открывается и рассказывает свои секреты. Каждый Новый год на протяжении 5 лет делала сувенирные вазочки, у меня она одна представлена, делала подсвечники своими руками, и это мы делали с детьми всегда, потому что ожидание чуда, ожидание что-то прекрасного, да, встретить Новый год особенно, по-домашнему, в уюте.
В общем-то, этим всегда занимались. Еще печем обязательно прянички новогодние, пряничный новогодний домик. Все это вместе украшаем. Вроде бы обычное занятие с детьми привели Анну и к шитью кукол. Пробовала себя в разных направлениях шитья игрушек. Самая первая кукла сделана из капрона, после она сшила зайчиков Тильда. И теперь она мастерит более сложные игрушки. В ее коллекции уже есть медведь Суворов, такса-охотник и самая главная ее работа – влюбленный трубочист. Самый необычный. Обычные. У него выполнено все из бязи. То есть ножки полностью бязь, белая бязь. Она загрунтованная. Ну, за счет того, что игрушка грунтуется, называется грунтованный текстиль. Естественно, такую игрушку нельзя стирать, мочить. Она создана для украшения интерьера. Такой персонаж здорово подойдет. На камин, допустим, да, у кого есть камин, или, допустим, куда-то на полочку, да, повесить. У него необычные такие ботинки. Мама всегда должна быть для ребенка самым главным волшебником, признается Анна. И она стала ее, делая каждый раз для всех подарки своими руками. Приносит в жизнь детей праздник. Напомним, 26 ноября в России объявлен Днем мам. Пять общественных организаций Тувы получат гранты президента России. В двух этапах конкурса на грант главы государства в 2017 году приняли участие 22 общественные организации из Тувы. Из них победителем первого конкурса стал проект религиозной организации «Кызылская епархия Русской православной церкви» на тему укрепления межнационального и межрелигиозного согласия, сообщает Общественная палата республики. По итогам второго конкурса в число победителей вошли Кызылская городская общественная организация «Общество защиты животных «Хатика», «Союз журналистов Тувы», Тувинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации, российские студенческие отряды и региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 46 копеек, евро 69 рублей 18 копеек. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба, так много? Черная пятница в РБТ.ру. Так, ноутбук Lenovo с диагональю 15,6 дюймов всего за 26 990 рублей. РБТ.ру. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Следователи Тувы завершили расследование дела в отношении 22-летней жительницы села Бюренбайхака Ахемского района, лечившей свою маленькую дочь от ожогов кипятком, облепихового маслом, и направили дело в суд. Обвиняемая жительница села Бюренбайхака Ахемского района Республики Тыва в бане по неосторожности облила свою малолетнюю дочь кипятком, причинив ей термический ожог около 60% тела. Затем женщина не обращалась в медицинские учреждения и лечила дочь самостоятельно путем втирания в места ожога облепихового масла. Только 16 августа женщина обратилась за квалифицированной медицинской помощью, однако, несмотря на оказываемую интенсивную терапию, девочка скончалась в медицинском учреждении. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти малолетней потерпевшей явился термический ожог. В настоящее время женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотрено частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации о причине смерти по неосторожности, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В преддверии
преддверии Дня борьбы со СПИДом по всей стране проходят акции «Стоп ВИЧ-СПИД». Напомню, что ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, который приводит к развитию СПИД. Данная болезнь смертельно опасна тем, что разрушает человеческий иммунитет. По данным Республиканского центра СПИД, наиболее уязвимым возрастом заразившихся является 19-20 лет. Кроме того, отмечается, что более 80% больных заразились половым путем. Врачи еще раз напоминают, что проблема ВИЧ-СПИД является не только медицинской, но и социальной. И решение ее зависит от изменения поведения людей. Необходимо, чтобы молодые люди знали и помнили о ВИЧ, могли принять меры для защиты себя и тех, чья судьба им не безразлична. В отношении ВИЧ-инфекции сейчас в республике идет, конечно, регистрация. По сравнению с прошлым годом, количество инфицированных в два раза больше. Получается, в прошлом году 9 случаев за год регистрировано. А в этом году за 11 месяцев 19 человек было зарегистрировано. Ну, если посмотреть в отношении на 100 тысяч человек, выходит, что у нас 53,8 на 100 тысяч. Это тоже порядочно. Но если посмотреть, сравнивая с другими территориями, значит, у нас более-менее. Сегодня в Национальном музее Тувы прошла масштабная акция в рамках проекта Министерства культуры «Культурный человек. Культурное общество» с участием учреждений культуры. Музей был поделен на 9 гостиных – делового, брачного, экологического, религиозного и застольного этикета. Салфетка за столом – это неотъемлемый атрибут. Салфетку перед тем, как начать трапезу, мы раскрываем и кладем в половину свернута на колени. Это делается для того, чтобы, конечно, не запачкать одежду, если, например, какая-то еда упала. И это, так сказать, правило хорошего тона. О детском этикете рассказали сотрудники библиотеки имени Чуковского и театра кукол. Ребятам в виде спектакля показали, что такое хорошо и что такое плохо. Как себя вести в общественных местах, что можно делать и что нельзя, обо всем этом организаторы акции, приглашенные эксперты, рассказали на площадке «Этикет в общественных местах». Как отмечают организаторы, культурные нормы бывают разными в зависимости от ситуации и ее участников. Поэтому было решено познакомить кызылчан, в частности детей, с основными видами этикета, знания которых обязательно пригодятся в жизни. Накануне в Центре традиционной тувинской культуры «Ремесел» прошла закрытая презентация медийного холдинга «Новый век». По словам организаторов, зрители и рекламодатели в 2018 году ждут грандиозные сюрпризы. Есть три причины, почему ТНТ остается лидером телевизионного рынка. Уникальный и оригинальный контент, огромная аудитория зрителей и армия фанатов, а также приятный и качественный сервис. Презентацию для участников мероприятия провела руководитель коммерческого отдела медийного холдинга «Новый век» Наталья Мохова. Она отметила новые идеи, нестандартные подходы и необычные форматы, которые никого не оставят равнодушным. На презентации с сертификатами были отмечены лучшие партнеры. Кроме того, участники мероприятия имели возможность одними из первых узнать о самых крутых проектах на российском телевидении в грядущем году. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, небольшой снег. Ночью минус 20-22 градуса, днем минус 8-13.